российское кино. Дорогая, ребенок не мой. И не мой. Никто из этой троицы не собирался стать нянькой. Я и не отец. И я. И я тоже. Акшай Кумар, Фардинг Хан и Ритеш Дешмукх. Здесь написано, что ее надо кормить каждые 2 часа. Познают все прелести отцовства. Это называется подгузник. Привет, малышка. Сегодня в 17:10 на канале «Индийское кино». Я твой шафер, вся ответственность на мне. Бро, ты сможешь. Не подаст ли шафер кольцо? Если свадьба не задалась, то и в медовый месяц жди беды. Я баф. Джордж, ты тут один? Вообще-то я с друзьями. Я хочу что-нибудь для них сделать, что-то типа романтического жеста. Это оригинальные прототипы венецианских масок. Эй, Джорджо, зацени, друг! Мне нужно доставить одну посылку. Отвезите ее в Словению. Заберите деньги, вернитесь и попробуем забыть об экспонатах. У меня есть правило не возить загадочные посылки через иностранные границы. Тогда мои люди прокатят вас до канала, прострелят головы и сбросят трупы в воду. Я сразу понял, что с ним явно что-то не так. Знаешь что? Я убью тебя. Господи. Третий не лишний. Сегодня в 17:40 на канале «Кинокомедия». Когда ты сногсшибательная блондинка... Она самая потрясающая в мире. Весь мир у твоих ног. Твоя жизнь как прекрасная сказка. Что бы я делала, если бы что-то было не так? Но как изменится твой мир, если однажды утром ты проснешься мужчиной? Эбрил. Разве мы знакомы? Я Джессика. Так не бывает. У меня всюду волосы. Я реклама шерсти. У меня на носу соревнования. А я, кажется, лысею. Роб Шнайдер. Давайте думать, как меня спасать. Цыпочка. Сегодня в 19:30 на канале «Кинокомедия». Наша зеленая планета была прекрасна, пока не появились они. Люди. Старая колымага, новая крутотень. Мы пытались найти с ней общий язык. Так хорошо. Знакомили с нашей культурой. Как ваша ничего. Но они видели в нас только врагов. Нам конец! Со временем мы научились маскироваться. И теперь живем с ними бок о бок. Это мой друг Джефф. Но об этом знают лишь избранные. Интересная у вас работа. Уилл Смит. Мы люди в черном. Нам нужна ваша помощь. Томми Ли Джонс. На углу Лайлок и Ист-Вэлли есть бесплатная психиатрическая больница. Люди в черном. Кримчасти. 5 января с 17:30 на канале Кинохит. Дин-дин. Дин-дин. А что это значит? Дин-дин. Никакой цивилизации. Отвинчивается. Паулу Виладжо. Что сегодня показывают? А, опять про море. Сеньор Робинзон. 2 января в 19:00 на канале «Родное кино». Что ждет нас в будущем? Ответ очень простой. Рассказывай. И начали. Фейерверк самых ярких мировых кинопремьер. Прям то, что нужно. Я всегда мечтала об этом. Этот момент будет жить в сердцах зрителей. С понедельника по пятницу в 20:30 на канале «Кинопремьера».
Будь в ритме кино. Каждый день в 20:00. А где оркестр? На канале Киномикс.